В поселках Песочный и Парголово особенно ждут окончания зимы. Люди оказались в снежном плену. За 2,5 месяца сугробы стали привычным, но неприятным элементом пейзажа. Всего один шаг с федеральной трассы на дорогу местного значения, а разница как будто бы попал в другую страну. И то, что комфортное проживание зимой на окраине Петербурга обходится в 500 рублей в день, давно уже никого не удивляет. За эти деньги в течение часа приедет трактор и почистит дорогу от снега, чтобы можно было добраться до школы, садика или автобусной остановки. А у кого средств нет, передвигаются по поселкам пешком. В понедельник я пытался дойти до поликлиники пешком, 2 с небольшим километра. Шел я больше часа, хотя хожу быстро. Шел больше часа, пришел весь взмыленный, ноги мокрые. Отпрыгивал практически каждые 5 минут от машины. Согласно постановлению правительства, от 2006 года текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований, осуществляется за счет последних. Однако, несмотря на это, до января уборкой улиц местного значения руководил комитет по благоустройству. И это устраивало всех. Сейчас вроде бы понятно, с кого спрашивать за сугробы, но денег у администрации на уборку снега просто нет. И, скорее всего, этой зимой уже не появится. Кроме того, комитетчики собираются вновь вернуть себе полномочия по уборке снега на окраинах города. А тем временем жители продолжают утопать в сугробах.